Мы возвращаемся к праздничным мероприятиям в Тирасполе. «Дары природы» под таким названием сегодня по улице Луначарского развернуло свое подворье Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов. Свою продукцию в аграрной отрасли представили крупнейшие сельхозпроизводители республики. Как отмечают представители профильного министерства, это самые заметные достижения за последние десятилетия. Мы демонстрируем сегодня переход от как однотипной культуры до вектора разностороннего. Мы хотим, чтобы была и консервация, и чтобы разный хлеб. У нас только продукции хлебной до 100 видов мы можем уже готовить. Как отметил Федот Цибульский, несмотря на засуху и трудности, которые испытывают сегодня сельхозпроизводители, они сохраняют оптимистичный настрой. Приднестровские аграрии готовы к переработке как овощей, так и мясо-молочной продукции, отмечает заместитель министра.